Детский сад на 170 мест возводится в микрорайоне Транспортный. Потребность в новом дошкольном учреждении в городе назрела давно. Новый объект – это не только дополнительные группы для малышей, но и рабочие места. В садик будет трудоустроено порядка 60 человек. В Рио губернатора побывал на забивке первой сваи в основании будущего здания. На ней глава региона и мэр Белогорска оставили надписи о начале и об окончании строительства. 31 декабря 2019 года. Следующим объектом в рабочей поездке Василия Орлова стал достроенный ФОК имени Солнечникова. Для главы региона провели экскурсию по физкультурно-оздоровительному комплексу. В здании есть два бассейна, спортзал площадью 1300 квадратных метров, который не имеет аналогов в области и предназначен для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом, большим и настольным теннисом. На новой площадке прошел первый баскетбольный матч. Спортсменам Василий Орлов подарил мяч своей подписью. Впечатление потрясающее. Это лучший зал в Амурской области, который я видел. Я сказал на выступлении публичном, и сейчас еще раз повторю, что Белогорск бесспорно заслужил такой объект. И объект строился более 7 лет. Региональный бюджет помог, естественно, этому строительству. Но очень важно, что и жители тоже собирали деньги для достройки этого объекта. Это действительно очень значимый объект для города. Развитию спорта в стране и в регионе у нас уделяется повышенное внимание. В соответствии с последними майскими указами президента у нас необходимо повышать, и Амурская область пока отстает, повышать уровень охвата населения вот такими регулярными занятиями спортом. Я думаю, что как раз этот объект будет способствовать достижению этих целевых показателей. Уже на расширенном совещании в Рио губернатор обсудил с главой Белогорска перспективы экономического развития города. Сегодня перед местным руководством поставлена амбициозная задача – выйти из статуса моногорода самостоятельно. Для этого есть все возможности, в том числе за счет создания территории опережающего развития Белогорская в непосредственной близости к строящемуся Амурскому газоперерабатывающему заводу. Основная задача, которая стоит перед Белогорском, это, которая прописана в статье 10 экономического развития, первая, 2020 году, прийти от монозависимости. Мы этим вопросом не поработаем. Вы знаете, что мы написали письмо за министра экономического развития с тем, чтобы все-таки были разработаны федеральные уровни критерии, чтобы позволили нам стать первым городом России, который бы самостоятельно вышел бы, ушел бы от монозависимости. На совещании также шла речь о развитии сферы ЖКХ города, возможности газификации местных котельных, деятельности общественных советов при министерствах, финансовой поддержке Белогорска из бюджета Приамурья. Екатерина Рожкова, Амурское областное телевидение.